На библейском портале «Экзегет» продолжаем беседы о книгах Ветхого Завета, и сегодня продолжаю разговор о праотце Аврааме, остановимся на истории жизни Исаака и Иакова, сына и внука Авраама. Это важнейшая часть истории избранного народа. О Боге своем пророки Израиля говорили: «Бог Авраама, Исаака, Иакова». Вот эта вера Авраама, Исаака, Иакова, события их жизни является той платформой, основой, на которой строится вся история. В книге пророка Исаии, 53 главе, приводятся слова такие: «Он истязуем был, но страдал добровольно». С этими словами мы связываем, конечно, пророчество о Христе Иисусе. Или в Евангелии от Иоанна говорится: «Ей есмь пастырь добрый, полагая душу свою за овец». Вот эти слова часто связываются с личностью Исаака, которого, как вы помните по прошлой беседе нашей, Авраам готов был принести в жертву. Мы попытаемся понять, как в Новом Завете раскрывается важнейший эпизод книги «Бытия» из 22 главы о жертвоприношении Авраама. При этом надо вот основываться на таком убеждении, что значение текстов, тех или иных священных текстов, основывается, то есть оно не существует, помимо интерпретации в культуре, в которой эти тексты бытуют. Они не просто сами по себе, как некая информация, внутри себя замкнутые, так сказать. Они живут в каком-то контексте понимания и соотношения с другими, с другим опытом, историческим, религиозным, духовным. И вот как понимали историю Исаака в иудейской традиции, можно судить по некоторым текстам, помимо канонических книг Ветхого Завета. В каноническом тексте книги «Бытия» роль Исаака оказывается пассивной. Он – пассивная жертва. «Как отца бедем он на заклание, и как агнец прямо с регущим его безгласен, так и не отверзай уст своих». Вот эти слова пророка мы вспоминаем, в частности, совершая проскобитию, предварительную часть православной литургии. Но есть тексты позднейшей иудейской традиции, дохристианской еще, в которой Исаак представлен активным действующим лицом, что, между прочим, соответствует словам канонического текста. Вот сейчас обратимся к книге «Бытия». Такая есть фраза, когда оставляет Авраам отроков и осла, и идут они с Исааком на гору, и пошли оба вместе. Но если перевести буквально, будет так: «Двое шли как один». Это предполагает у единства цели, то есть единодушно шли. Не просто один вместе с другим, так сказать, шел, а шли как один. В кумранской рукописи, знаете, наверное, о находках в кумранских пещерах, в которых многие фрагменты Ветхого Завета были найдены и поставлены с каноническими текстами. В одной кумранской рукописи читается слово «привяжи», «привяжи меня крепко, чтобы я не сопротивлялся», так говорит Исаак Авраам. Очевидно, что такое понимание жертвоприношения в иудействе незадолго до явления Христа позволяет сблизить образ Исаака, который готов стать жертвенным агнцем, и образ Христа Иисуса. А вот в книге Иосифа Флавия «Иудейские древности», она написана была в конце первого столетия нашей эры, то есть уже после Рождества Христова. Иосиф Флавий отнюдь не был христианином, но вот он излагал из иудейской древности, согласуясь с книгами Ветхого Завета в некоторых более расширенном таком изложении. Так вот,
Исаак описывается там 25-летним взрослым человеком, который сам принимает участие в сооружении жертвенника и, не будучи связан, спрыгивает на него, чтобы не ослушаться Бога. Впрочем, у Иосифа Флавия при этом нет речи о каком-то искупительном смысле этой жертвы. А вот излагая песнь Деворы, Иосиф Флавий передает такие слова Исаака. «Услышь меня, отец, если агнец от стада принимается в качестве жертвы Господу воню благоухания, и если за грехи людей назначаются животные, чтобы быть убитыми, а человек создан, чтобы наследовать мир, как же ты не скажешь мне, приди и наследуй безопасную жизнь и время без меры?» То есть, позволь мне быть жертвой, чтобы наследовать воскресение, безопасную жизнь и жизнь без меры. «Что, если бы я не был рожден в мир, чтобы быть принесенным в жертву тому, кто создал меня?» То есть, как бы вот в этой песне Деворы, как ее излагает Иосиф Флавий, Исаак говорит: «Я для того и родился, чтобы быть принесенным в жертву, ведь я родился чудом. Теперь я буду благословен более всех людей, потому что другой жертвы уже не будет. Через меня будут благословлены роды, и через меня народы поймут, что Господь счел душу человека достойной жертвоприношения». Вот такие слова вкладывает в уста Исаака Иосиф Флавий, когда передает в своей иудейской древности песнь Деворы. Исследователи приходят к выводу, что в кумранском отрывке и в Таргуме, как помните, Таргум – это переводы ветхозаветных текстов на арамейский язык, и также Иосифа Флавия, передается древнее понимание жертвоприношения Авраама, согласно которому сам Исаак идет на жертву добровольно. Первые христиане, происходившие от иудеев, хорошо знавшие свою религиозную литературу, естественно, видели в готовности Исаака быть принесенным в жертву образ голгофской жертвы. Далее о жизни Авраама Библия повествует вот что. Говорится о смерти Сары. И тут тоже надо читать эти отрывки. Они так трогательно и так точно передают живую жизнь старца Авраама. Он выкупает землю у хитеен для погребения Сары. И стало поле Эфронова, которое при Махпеле против Мамре, поле, пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым перед очами сынов Хета. Какой смысл в этой покупке земли для погребения Сары? Тем более, что эти соседи, хитяне, уважая Авраама как человека достойного, богатого и влиятельного, готовы были отдать ему это поле. «Что мне это поле?» – говорит ему хозяин его Эфрон. «Что мне тебе это серебро, которое оно стоит? Дескать, малость такая, стоит ли покупать?» Нет, для Авраама принципиально важно, что это будет его земля. Ведь мы знаем, что жизнь Авраама, весь его путь, оно означает выделение народа для будущего какого-то особого предназначения. И не просто побыть, так сказать, на этом месте, а усвоить его этому будущему, которое ожидает народ, следовало. И поле это в том числе. Итак, погребена Сара, и оплакивал Авраам умершую свою. Исааку к тому времени исполнилось 40 лет. Авраам стар и просит своего, то вернее, просит и посылает своего раба на родину, Месопотамию, за невесты для Исаака. Это в книге 24 главе книги Бытия. Для того, чтобы род Авраама продолжался, он должен, Исаак, взять жену из своего народа, то есть из родства, от которого они удалились из Месопотамии. Как вы помните, и от Агари, от египтянки, сын Измаил не должен был наследовать обетование, данное Аврааму Богом, так и Исаак должен был жениться на девице из своего народа.
И описывается очень красиво это в Библии, как раб Авраама пошел в Месопотамию, как увидел Ревекку, пришедшую к источнику, как она напоила его верблюдов, как загадал он, вот если она сейчас скажет мне, подойди, я напою тебя и дам твоим верблюдам, и как она привела ее, она так и сделала, он понял, что он нашел то, которое искал, как отец и родственники сказали ему, этому посланнику от Авраама, ну, как девица захочет, если захочет, она пойдет с тобой. Они хотели, чтобы с ними сколько-то осталось, еще побыла, попрощаться, но нет. Она сказала, пойду. И дальше говорится, Исаак вышел в поле поразмыслить. Чудный момент. И вот он слышит, как звенят уздечки верблюдов, видит, как раб его подает руку, спускается с верблюда Ревекка, он встречает ее, и эта встреча была людей, которые были предназначены друг для друга. Но она была неплодна некоторое время. Исаак же молился об этом. И она зачала и родила двойню. Исава и Иакова. Как видите, и в истории Исаака повторяется то, что было в истории его отца, Авраама. То есть жена не просто так, по естественному порядку вещей, становится матерью детей Исаака, а по воле Божьей, по молитвам, по какому-то особенному усмотрению. И дальнейшая жизнь тех, кто родился от Исаака у Ревекки, тоже вся происходит по особому божественному предусмотрению, не по каким-то человеческим традициям и правилам. Исав родился чуть раньше. И, казалось бы, он должен быть старшим считаться. Однако все будет иначе. Все по замыслу Божию происходит, чтобы было очевидно, что не человеческий порядок или традиция устанавливают жизнь избранного народа, но божественный промысел. Вот так, например, говорит Исааку Господь. «Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные». Однако, если Авраам был принят соседними народами с уважением, то Исааку филистимляне начинают завидовать. И Авимелех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Вот тут начинается уже такое странствование этого народа тягостное. То есть начинаются гонения, пусть не еще те, которые будут в будущем, но уже исторические трудности, так сказать. Исаак переходит в Версавию, где ему опять является Господь, и благословляет Господь Исаака ради Авраама. Исаак устраивает там жертвенник. Вот это в ответ на благословение, которое Исаак слышит от Бога, воздвигается жертвенник, этим как бы скрепляется в этом религиозном действии, совершается подлинное соединение божественной и человеческой воли. И после того, как очевидно, что народ этот, который с Исааком, живет по благословению Божьему, филистимляне и их союзники приходят к Исааку для заключения мирного договора, потому что увидели, что Господь с тобою, как говорят они. Так вот, когда уже было 40 лет его двойне, Исааву и Иакову, Исав, старший, то есть, взял себе в жены Егудифу, дочь Беэра хитиянина, и Васимафу, дочь Елеона хитиянина. И они были в тягость Исааку и Ревекке. То есть, как видите, совершилось то, что не задумано было Богом об избранном народе, что не должно было происходить. Исав взял
иноплеменных жен себе. А ведь этот народ должен был отделиться от прочих народов, Божьим народом быть только по призванию Божьему. Никаким образом обыкновенная судьба не должна была формировать жизнь этого народа. И неугодно было, конечно, Исааку Ревеке, эти молодые жены Исава из чужого народа. Вы, наверное, помните историю о том, как хитрым образом, прямо сказать, обманом, Иаков приобретает первородство, так сказать, выкупает его у Исава. Простодушный и, так сказать, неглубокий духом человек Исав за чечевичную похлебку согласен отдать первородство свое Иакову. «Что мне в том первородстве?» – говорит. Вот. Таким образом, промысел Божий о народе совершается вопреки обычаю. Младший, инициативный и угодный Богу, оказывается, наследует первородство Исаака. И эту хитрость, вследствие которой Исаак благословил, это не просто, так сказать, пожелал всего доброго, а передал реально особую благодать божественную своему сыну Иакову. Эту хитрость, если помните, он, будучи слеп, Исаак не мог отличить, кто принес ему любимой им пищи, а должен был принести Исаак, как охотник, приготовить из своей добычи, так как Исаак любил. Так вот, Ревека подговорила Иакова обмануть отца, на руку его натянула козлиную шкурки, чтобы вместо косматого волосатого Исава показался Исааку Иаков, и благословил Исаак Иакова, передал ему божественное предназначение будущего праотца. Что как-то странно это, как так священные события совершаются на каких-то хитростях, так если по-житейски рассуждать, но мы и должны рассуждать по-житейски. Бог видит, какой человек, что может он, что предстоит этому человеку. То, что предстояло Иакову, не понес бы Исав. Исав, согласившийся жениться на иноплеменницах, не был тем человеком, на которого Господь мог положить свое предопределение о будущем народе. Ведь мы вспомним, когда призвал Господь Авраама, то вера Авраама оказалась основанием всей дальнейшей судьбы будущего народа. Так вот, верность Богу – исключительная, надежная крепость, свойственна не каждому человеку, и Господь видит своих. Таким образом, избрал Иакова. Ну, конечно, Исав в ответ на этот обман Иакова вознегодовал и готов был убить Иакова, а для того, чтобы этого не произошло, Ревека предложила Иакову бежать опять туда же, откуда пришла она сама, к ее родственникам, Месопотамию. Именно там Иаков и у дядюшки своего Лавана нашел себе жену, полюбил Рахиль. Рахиль – светлый образ Ветхого Завета. Но и тут совершается все то же вопреки житейским обстоятельствам. Во-первых, Лаван 20 лет не отпускает Иакова, тот работает на него, работает весьма, в конце концов, старательно и результативно, так сказать. Стада Лавана приумножаются. Лавану удается обманом, опять же, женить Иакова на Лии, старшей, и только потом отдать ему Рахиль. И все же Иаков со своими женами возвращается с Лией и Рахилью, возвращается в дом отца своего. Так вот, когда Исаак
благословляет Иакова взять жену из их родства Месопотамии, он говорит Иакову: «Бог да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Передается из поколения в поколение благословение, обещание, надежда, которую готов был принять Авраам, и от него Исаак, от Исаака Иаков. Замечательное место, которое мы читаем обыкновенно в качестве премии на Богородичные праздники, это когда Иаков пошел в Харан, вышедший из Версавии, и пришел на место и остался там ночевать. Сон Иакова. Иаков положил себе под голову камень и заснул. Ему приснилась лестница, по которой восходят и нисходят ангелы. И Иаков понял, что это не просто сон, что это лестница, ведущая на небо, которую он увидел, это знак того, что его путь ведет его к земле обетованной, где Господь принимает своих людей. Это не просто так место, это врата небесные, говорит он. И он нарек этому месту имя Вифиль, Дом Божий. И камень этот положил в знак своего призвания, в знак этого видения, и дал обет о десятине Богу. Так вот, дальше он попадает в Месопотамию, в Харан, и у него родятся сыновья от Лии и Рахили, и со всем этим семейством он потом уходит от Лавана. На пути он встречает Исава, которого сначала боится, старается рассредоточить своих чад и домочадцев, чтобы не поразили их враждебное семейство Исава, но они с Исавом примиряются, и снова Бог является Иакову. И вот тут тоже особое явление. В этом явлении Бога Иакову в виде ангела начинается некая борьба, которую как бы во сне видит Иаков. Но это не борьба во сне. Это такое вот соединение с божественной жизнью в знак того, что это произошло реально, встреча с Богом. Испытание, которое Бог заставил пережить Иакова. И в знак этого вывих бедра произошел у Иакова в этой борьбе с ангелом Господним. И в знак этого события Господь дает новое имя Иакову. «И отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль». Мы именем теперь в дальнейшем называется и весь народ потомков Иакова от его сыновей. Сыновья эти, десятеро от Лии и наложниц, и двое сыновья Рахиль, Иосиф и Бенони, как младшего назвала Рахиль, или Вениамин. Рахиль умирает в родах, когда рождается младший, Вениамин. Смерть Рахили – глубокое, глубокое горе для Иакова. Вот это, знаете, это история любви. Это, конечно, не лирика такая, знаете, как лирика бывает в прочих литературах. Но это и лирика тоже, потому что подлинная жизнь несет в себе и опыт подлинной любви. А подлинная жизнь не бывает для человека без встречи с Богом. Человек, жизнь которого испытана для особым образом Богом предусмотренной судьбы, испытывает в этой своей жизни и верность не только Богу, как Авраам или Исаак или Иаков, но испытывает и верность по отношению
к другой половине, так сказать, своей, в буквальном смысле слова, другой половине, как Авраам к Саре, Исаак к Ревеке и Иаков к Рахиле. В конечном счете Исаак благословляет детей Иакова и умирает. А дальше, вы помните, книга «Бытия» завершается историей Иосифа. Это совершенно особенная история, которая приводит народ избранный в Египет, а уже выход из Египта, исход – это содержание следующей книги Ветхого Завета, книги Исхода. Так вот, Бог Авраама, Исаака и Иакова, испытавший одно, второе, третье поколение тех того народа, которого он предусмотрел для будущей судьбы и встречи людей с Богом лицом к лицу, и не только уже в пределах этого маленького народа, но всего человечества. Вот каких судеб личных, конкретных этих праотцев коснулись мы в прошлый раз и сегодня. На этом кончим. До следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.